Squiz. Это модификатор, который изменяет форму объекта таким образом, что каждая последующая точка, удаленная от центра эффекта, вот, я поставил высокую полигональность, поэтому точек будет много для видимости. Вот, и каждая из них, которая будет отделена от центра, будет смещаться относительно оси эффекта. Управлять кривизной эффекта можно будет при помощи области эффект Balance, в которой параметр без наклон и масштаб воздействия, то есть volume. Амплитуду эффекта можно будет задавать величиной amount и кривизной величиной curve. Так, давайте попробуем. Давайте ради интереса сейчас отобьемся, сделаем копию. Вот, и вернемся к редактированию этой модели. То есть у нас есть редактирование по оси Z, как вы уже увидели. И редактирование по... Ой. Вот так. И редактирование по оси XY. Вот, пожалуйста, то, что можно было получить буквально за пару минут. С обычного чайника до каких-то довольно-таки интересных мультяшных чайничков.